Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такой простой интересный узорчик. Для узора набираем четное количество петель плюс одну для симметрии. Узор подойдет как для шапочек, шарфиков, аксессуаров, так и для плечевых изделий. Так выглядит с изнаночной стороны, так с лицевой. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Первый ряд. Кромочную снимаем. Вяжем одну лицевую. Следующую лицевую снимаем, нить перед работой. Снова одна лицевая, петлю снимаем, нить перед работой. Лицевые петли провязываю за заднюю стенку. Переснимаем петлю, нить перед работой. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда петля для симметрии, кромочная и изнаночная. Во втором ряду кромочную снимаем. Все петельки провязываем изнаночными. Те петли, которые были провязаны, мы их провязываем за переднюю стенку, вот эти. Те, которые мы снимали, за заднюю. То есть следим за тем, чтобы петельки у нас не скрещивались. Провязываем за ближайшую к правой спице стеночку. Довязали ряд до конца, последняя кромочная изнаночная. В третьем ряду узорчик смещаем, кромочную снимаем и вот эту первую петлю уже снимаем, нить перед работой. Вторая лицевая, следующую снимаем, нить перед работой, лицевая. Так продолжаем вязать до конца ряда, чередуя лицевую и снятую петлю. Заканчиваем ряд снятой петлей, кромочная и изнаночная. В четвертом ряду снова все петельки изнаночные. Следим лишь за тем, чтобы петельки у нас не скрещивались. Провязываем попеременно за заднюю стенку, за переднюю. Те петли, которые мы снимали за заднюю, те, которые были провязаны за переднюю. Довязываем ряд до конца, кромочная и изнаночная. И далее повторяем узорчик с первого ряда на нужную нам высоту. Такие интересные переплетения в шахматном порядке. Простой и интересный узорчик у нас вышел. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе!